Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 123 тысячи километров. Загудели задние подшипники. Заказали не оригинальные. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и добираюсь до ступиц. Поднял автомобиль, снял задние колеса. Сейчас откручиваю суппорт задний вместе со скобой целиком, уберу его наверх, снимаю тормозной барабан, и сзади уже можно откручивать ступицу. Ступица здесь интегрированная, целиком идет. Беру головку. Головка на 17. Выработки на диске нету. Диск сошел легко. Вот эти вот звуки. А на скорости 90 они в гул превращаются. Так, здесь, похоже, тормозные колодки вообще трогать не надо. Откручиваю сзади 4 болта. Немножко подсветки добавил. Откручиваю датчик АБС, головка на 10. Теперь откручиваю 4 болта, головка на 17. И беру обратный молоток. Прикручиваю. Фланец. И сделать ничего не успел. Отошла сама.
все, тут остается с этой с пыльника сбить и все. Очень непонятно сделано. Больше сидит в этой пластине обратным молотком. Даже снимать не надо, в этой пластине сидит меньше. Беру новую ступицу. Ступицу буду использовать фирмы Zekert RL1287 Кашка, X-Travel и Калеос. Это на неведовую. Вот такая идет ступица. Конечно, мягенько крутится. Отверстие ставлю вверх. Так, один болт наживил.
Ставлю датчик АБС. Все. Устанавливаю на место кольцо. И на этом замену ступицы я закончил. Аналогичным образом меняю со второй стороны. Номер точно такой же. Левое, правое не одинаковые. И на этом все. Всего вам доброго.